Вокалистка из Наринмара стала одной из 6 победителей в конкурсе Google «Вместе на своем». На конкурс Тамара Ваучейская отправила ролик с песни «Харта нет, это не». Сама женщина, сама оленевод. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. На конкурс от компании Google России «Вместе на своем» Тамара Ваучейская отправила ролик с песней «Харта нет, это не». Сама женщина, сама оленевод. Члены жюри по достоинству оценили работу, и имя нашей землячки оказалось в заветном списке победителей. Конкурс организован с целью напомнить жителям нашей страны о ее многонациональности. Несмотря на то, что все мы разные, мы одна семья. Я исполнила песню «Харта нет, это не». В переводе с ненецкого это «Сама женщина, сама оленевод». Это песня о сильной духом тундровой женщине, которая управляет стадами, и у нее много братьев, и она является их лидером. Выбор песни не случайный. Как поясняет девушка, именно эта песня полностью передает самобытность ненецкого народа, силу ее духа. Эта песня сохранилась в уникальном сборнике 1965 года «Эпические песни ненцев», и она является исконно ненецкой, то есть народной. Как правило, ключ к успеху – упорный труд и слаженная команда. Победа не получилась бы, если бы не было нашей команды. То есть это работа нескольких людей. За музыкальную часть у нас, за музыкальное сопровождение отвечал Игорь Саботович. За видеоролик у нас отвечала Валентина Чибичик. 6 победителей примут участие в съемках музыкального видеоклипа. Вместе со знаменитыми исполнителями из разных регионов России они споют песню «Ничего на свете лучше нету», каждый на своем языке. Тома исполнит куплет на ненецком. Премьера видеоклипа состоится на канале YouTube Russia. Мы должны записать видеоролик на разных языках, то есть на песню «Ничего на свете лучше нету». Вот песня друзей, песня дружбы народов, можно так сказать. Вот мы в данный момент ждем, когда с нами свяжутся организаторы по дальнейшим действиям. Участие в конкурсе от Google России – отличный способ заявить о себе и рассказать о своем проекте. В рамках проекта «Вынгисё мелодия тундры», руководителем которого я являюсь, мы создаем как раз-таки 7 музыкальных композиций. И было принято решение поучаствовать в этом конкурсе. Напомним, в декабре 2020 года Тамара Ваучейская выиграла грант Росмолодежи на реализацию проекта «Вынгисё мелодия тундры», в рамках которого будут записаны современные аранжировки на национальные песни, чтобы распространить ненецкую культуру в массы. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, телеканал «Север».